ну, это, естественно, на работу. Еще сегодня Lidl привезут этот пылесос такой без кабля, без всего. Вот. А когда что-то хорошее привозят, там все разбирают буквально за считанные секунды. Поэтому хочу с утра пораньше мой лук. С утра пораньше зайти, забежать быстренько. И взять этот. Я давно хотела его. Ну, знаете, типа пародии Тайс Дисел. Дисел, как он называется, это пылесос такой. Дайсон. Дайсон. Вот. И давно на него смотрела, думала, гадала, и вот решила взять. Пораньше вышла специально, чтобы на работу спать. На улице тепло, хорошо. Ну, знаете, вот так вот погода обманчивая. Тепло, хорошо, а горло как-то все равно побаливает. Ничего. Ничего, какие наши годы. Быстро. За женщиной приехала. Чарли, Венька. Идите. Ее повезут в эту резиденцию. Венька. Как в детский сад дневной для... Я вам рассказывала уже. Приобрела я пылесос. Народу уже было много. Там оставалось всего, по-моему, 5 штук. Даже меньше, не знаю. Вообще сегодня ехала, знаете, отсюда поднималась на гору. И вчера, когда поднималась, сидел котеночек маленький. Ну, не маленький, ему, наверное, месяцев 5 уже, наверное, было. Черненький такой. На дороге прям сидел. Представляете, мне пришлось остановиться, чтобы он ушел. Вот. Видимо, не боялся машин, ничего. Сегодня еду, он там мертвый лежит на дороге. Так жалко вообще. Что-то, ну, что вот он на дороге сидел? А ну ведь знает, там машины едет. Может быть, и не знал. В общем, так грустно стало. Я не беззащитный, такие маленькие вообще. Там и тихо. Ничего не боятся. И вот-вот. Может быть, ночью кто ехал и не заметила его. У меня прям вот тут горло, наверное, видимо, все опухло или что. И прям как-то разговаривать, как, не знаю, неприятно. Витамины я вчера так и не купила, представляете? Нету, а другие я не хочу покупать. Но я сегодня сейчас мужу заказала. Может быть, он их купит, фотку отправила ему. Вот, а если уж мне лучше не будет, ну, как бы мне и неплохо, но и нехорошо, знаете. Я боюсь, что пойдет это горло, ангина, станет какой-нибудь гнойной или еще что-то. Это мне надо в поездке? Нифига мне это не надо. Завтра к врачу пойду. Ему наговорю там, что у меня и температура, что у меня... Знаете, у нас здесь к врачу так надо ходить, чтобы тебе выписали либо антибиотики, либо еще что-то. Посерьезнее. Нужно говорить, что ты чуть ли не при смерти. Вот, и завтра я ему скажу, что у меня там и другое, чтобы он мне что-то выписал. Может быть, даже лучше мне станет. Пью вот эти порошки-то. О, все, встретил кошку. Кошку встретил. А, нет, не кошка. Мама! Кинусь-то, а? Сесть-то. Кошка там. Венаки! Я дома. В общем, может, сегодня в аптеке был. Притащил еще мне такие вот порошки какие-то. Но они почти то же самое, что и здесь, только посильнее. Но у него есть знакомый в аптеке, поэтому он советует там ему что. А еще я наказала ему витамины купить, забыл. Сейчас опять поедет. Вот. Сейчас говорю, вези мне витамины. Агрегат мой. Пылесос. Сейчас будем с вами раскрывать. Кстати, вот в этих ботинках я поеду в Россию. Они, знаете, вот там теплые, в общем. Не со смехом, конечно. Но вот такие вот. В общем, в них не замерзну 100%. Вот. Потом вам покажу, в чем я поеду. Сейчас поставлю гречку варить. Ну, в роботе в своем. Кстати, робот у меня тоже из Лидла. Вот этот агрегат из Лидла. И его привезут в эту субботу еще. И представляете, дешевле. Я, по-моему, покупала, не помню, насколько, не буду врать, но дешевле.
Очень удобная штука. И сейчас я буду варить гречку. Также у меня сейчас пожарю грибы с луком. И вот тут кусок мяса есть замаринованный. Он уже тоже пожарю себе. И с гречкой будет. Сочетание грибов с гречкой, мне кажется, очень вкусно. И все. И будем кушать. Сметаны у меня не было, но у меня был вот такой греческий йогурт и чуть-чуть добавила маскарпоне сыра. Вот, короче, и посолила, специи добавила, какие мне надо. И вот пускай это все тушится, пока гречки осталось там 5 минут и будет готово. Вот, такая вкусняшка у меня будет. А вы любите грибы? Я грибы просто обожаю, мяса не надо. В принципе, сегодня у меня мяса-то и не будет. А, как это не будет? Вот дурак. Буду готовить вот на этом гриле. Сейчас, кстати, поставлю, включу его, надо разогреваться. Ну, Маруся, без мяса. Ну, это просто, знаете, мясо валяется в холодильнике. Его надо сделать, съесть, иначе пропадет. А продукты я выбрасывать, ох, как не люблю. Вот. И пойду сейчас. Агрегат-то надо пробовать, раскрывать. А я что-то туда-сюда хожу и никак. Руки-то чешутся. Ой, когда что-нибудь куплю, вот знаете, я прям, у меня горит быстрее домой. Все это раскрыть, опробовать. Новая игрушка, в общем, вот так. У вас тоже такое? Это что-то новое, либо одежда. Поэтому я не люблю зимнюю одежду покупать летом, потому что только ждать приходится, чтобы все это надеть. Ой. Кстати, завтра нам предстоит шопинг. Друзья, так что не забывайте подписаться. Спасибо вам за комментарии. Вот, нос чешется. Агрегат. Сейчас я тебя раскрою и спробую. Все, сейчас. Пока у меня там все тушится, мясо. Сейчас принесу агрегат. И буду просмотреть, что почем. Ни минуты покоя. Ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Вообще у меня сегодня хорошие новости, не буду вам говорить. Это связано с моей поездкой, все узнаете. Когда я буду в России, уже скоро. Так, всякие инструкции. Вы читаете инструкции? Я практически их не читаю. И только когда вообще не понимаю, что почем, тогда... Так, это что? Ну, тут, наверное, придется почитать. Аккумулятор. Тут даже, смотрите, зарядка есть. Разные насадки. 3 штуки. Болтики какие-то. А болтики зачем? Может быть, ее... Это, наверное, знаете, чтобы пришпандорить к стене, мне так думаю, да? Я еще за одну машину буду им пылесосить. Вот, смотрите, какой. Это что такое? Это фильтр. Эко есть, обычный есть. Интересно, девки пляшут. Ой, у меня гречка сварилась. О, смотрите, какой агрегат. Гречка сварилась. А, ну это сам пылесос. Такой нежный, такой мягкий. Пылесосим. Зарядка. Не, ну в принципе ничего сложного. И труба.
какого я. Та-та-та-та! А вы так делаете? Та-та-та-та! А вы так делаете? Я так делаю. Аккумулятор же вставлять надо. О! Все, тут ничего никак не закрывается. Так и надо. О! Насасывает. Слушайте, ну очень удобно. Смотрите, как даже здесь показывает. Сколько батарейки. Мясо-то, блин. Мясо-то, мясо. Так, мясо жарится. Так, трубу вставить надо. Трубу надо вставить. Не тяжелый, кстати. Так, это не так. О! Ничего на свете. Больше нет. О! Ну что? Ну что, красиво! Поехали кататься! О, как легко там! Слушайте, ну пылесосит, пылесосит! Ой, удобно как! Как удобно! Засасывает! Ой, как удобно вообще! Ничего на свете лучше. У меня, во-первых, шерсть Чарли линяет, линяет каждый божий день. И вот этот шнуром, знаете, им, блин, ну неохота, лень. А эти прям зашибись. Слушайте, ну все, сосет, сосет, высасывает. Тут вот ухо от игрушки. Сосал. О! Как я рад, что поедем в Ленинград. Не, в Ленинград не поеду. На неделю-то куда я, не успею никуда. В общем, слушайте, очень довольна пока. В общем, сейчас поем. Тут вот у меня детский сад. И как по пропылесосу как надо. О, видали сколько всего? Так вот. Ну, слушайте, ну классно. Давно о нем мечтала. Ой, какой красивый. Красный, зря не розовый. Я, вы знаете, наверное, что я по-розовому убиваюсь. Все, гречка у меня там сварилась. Надо придумать, куда его пришпандорить. Вот, гречка у меня сварилась. Так вообще удобно. 20 минут. И все готово. Ничего мешать не надо. Там вот. И мясо жарится. И все. И всем приятного аппетита. Ой, нет, еще рано. Ой. Подруга мне смс-ки шлет. Вышли с Чарли гулять. Сейчас встречусь с подругой. Кое-что ей передам. Попьем с ней кофейку или чаю, там что пойдет. Ну, кофе точно не буду пить. Прогуляю с Чарли, и потом в спортзал. Сумку уже собрала. И это будет последний раз на этой неделе. И на следующей тоже, представляете, не буду ходить. Хотя по состоянию нужно было бы полежать дома, но не хочется пропускать уроки, поэтому... пойду. Тем более завтра не пойду в спортзал. Так, и вот дела. Да, Чарли? Кофе пойдем пить? На террасе какой-нибудь сядем. Поболтаем о жизни. И все. Здесь дом такой. Его уже украсили к Новому году. Вообще, уже правда пора.
И когда, наверное, приеду, то тоже буду украшать дом. Смотрите, как красиво. Прикольненько. А вы украшаете дом к Новому году? Я украшаю. Ну, елку там поставлю, все дела. Так прикольно, классно. Она единственная по всей этой улице. Чали, хватит. Хватит, сказала. Нюхает все углы. Привычка дурная. Ой-ой-ой. Чарли, кофе хочет. Мы хочет кофе. Такую кофешку. А, ну все равно же это без кофеина. Да. Чарли. Хлебай, Чарли, хлебай. Сейчас попьем кофейку. И пойдем гулять. Спасибо, в парк. Ой, ты тоже пошли со мной в парк, сейчас с ним погуляем. Я сейчас посмотрю. Куда тебе спешить? Та-дам! Мои витаминчики. А там еще в коробке был прополис. Вот такой в подарок типа того. Вот, я уже выпила одну витаминку. Буду пить по 2 пакетика в день. Вот. Тут склад такой у меня будет. Сейчас что-нибудь поем. Йогурт, наверное. Да, у меня там йогурт есть с мюсли. Вот. И усё. И встретимся с вами завтра. Завтра будет интересно. Ой, завтра черная пятница. Боже мой. Конечно, не хотелось бы ехать в черную пятницу куда-то там на шопинг, но другого выхода у меня просто нет. Поэтому едем завтра на шопинг. Вы все подписались? Ну, всего вам самого лучшего и встретимся завтра. Всем пока-пока!